обычный грузинский магазин возле дома. Вот сейчас вот столько фруктов продается в Грузии. И подавляющее большинство здесь растет. Смородина красная, черная, куча персиков, виноград, малина, сливы. Ай, видео сидел, чем видео достаться. Блин, это голубика тоже растет здесь, в Грузии. Еще куча там внутри огурцов. Апельсины. Все есть. Всем привет из Батуми. Хорошего дня. Немного релаксовал ленту. 7 вечера в Батуми. Просто релакс. Каждому свое. Кто на великах, кто на машинках, кто на коляске. Всем вечера. Плюс 28.